Ну вот, закончился наш такой ивент, который мы проводим впервые в рамках закрытия года, и номинировали много. У нас через нас прошло очень много проектов, сотни проектов, и лучшие из лучших сегодня выступали. И вот перед вами проект, который занял первое место, GetShop TV. Я поздравляю ребят. Скажите пару слов на камеру. Как вы до этого дошли? Спасибо. Ну, дошли очень просто. Берешь и хорошо делаешь, что ты делаешь, и не останавливаешься. Шариф, скажи, вот все время у тебя получается Григорьев на... Андрей Григорьев на передней стороне, так сказать, ну, впереди он так, везде презентацию он делает. Почему такой скромный? Ведь у тебя тоже большая активность. Сегодня хорошо презентовал проект. Я отвечу. Нет, пусть ответит он. Давай я отвечу. На самом деле Шариф дает по 10 комментариев на радио каждую неделю. Так что меня видит, а его слышит. Понятно. Ну, я хотел, чтобы все-таки ты пару слов сказал. Ну, на самом деле мы просто работаем командой, и, ну, где-то проявляюсь я, где-то проявляется Андрей. Ну, я, честно, на телевизоре, например, бываю, там на радио меня постоянно крутят. Андрей, он, ну, я считаю, что про компанию во многих местах он может больше рассказать, потому что он больше связан с продуктом и больше связан с продажами. Я больше занимаюсь там немножко другими вещами. И все, что интересно людям, этим больше занимается Андрей. Ребят, я приглашаю в следующем году все-таки отдать немножечко свое менторство и помочь другим ребятам прийти к такому успеху, как вы. И я вас еще раз поздравляю. Мы вместе это сделали. Спасибо большое вам. Андрей, спасибо. Спасибо тебе, Шариф. Спасибо за приглашение. Базар! Мега-базар!